Всем доброго времени суток, но сегодня я продолжаю вести речь о регистрации бесплатных виртуальных серверов, и сегодня поговорим о площадке Cloud Яндекса. Здесь, чтобы создать свой первый виртуальный сервер, вы должны иметь почту Яндекса и быть зарегистрированы там. Если у вас это все есть, то можете переходить по ссылке в описании, я оставлю ссылку на консоль. Если у вас нету зарегистрированной почты, то сначала пройдите процедуру регистрации. Ну а мы давайте зайдем в консоль и посмотрим, что нам предлагают. Я уже здесь зарегистрирован, но у вас после того, как вы попадете, будет предложено попробовать пробный период, который состоит из 60 дней, у меня осталось 52 на этом аккаунте, да, и из 4000 рублей. То есть пробный период закончится тогда, когда у вас кончатся деньги, либо пройдет срок 60 дней. Если вы зарегистрируетесь и не будете ничего использовать, то по истечении 60 дней у вас закончится пробный период, и заново вы его включить на этом аккаунте не сможете. Много аккаунтов делать можно, но проблема в том, что каждый аккаунт проверяют. То есть происходит полная верификация ваших данных, это ваш адрес платежный и ваша банковская карта. То же самое, как в случае с регистрацией на серверах Amazon и на серверах Google. Если вам интересно, как там зарегистрироваться и что для этого нужно, по идее можете посмотреть все это дело на моем канале, я об этом тоже в выпуске снимал. Значит, после того, как вы прошли процедуру регистрации на Яндекс.Почте, попали сюда, вы переходите во вкладку «Пробный период», там заполняете ваши данные, указываете вашу карту, это я показывать не буду, оно везде на этих серверах одно и то же. Вот, вы попадаете дальше в свой личный кабинет, и что нам нужно сделать после этого? Дальше нажимаем «Создать ресурс», выбираем «Виртуальная машина». Здесь можно создавать, опять же таки, как и в случае с Гуглом, неограниченное количество машин, но есть предел, там, по-моему, 8 ядер, то есть вы можете создать, например, 4 машины по 2 ядра, либо там 8 машин по одному ядру, также есть там политика правил не больше какого виртуального пространства, то есть жестких дисков или SSD дисков вы можете занимать и так далее, но по сути это все есть, можно будет почитать, ознакомиться. В любом случае, за какие-либо здесь действия денег с вашей карты снимать не будут до тех пор, пока вы не нажмете кнопочку «Перейти на платную версию». То есть по истечении срока автоматом ничего продлеваться, никакая подписка и так далее не будет. Поэтому можно смело привязывать нормальную реальную карту, и ничего в этом страшного не будет происходить. Потом по истечению срока вам придет на почту уведомление о том, что ваш срок подошел к концу и так далее, будете ли вы продлевать, или там через какой-то определенный срок ваши данные удалятся. Ну и все, можете забыть, просто и ваши данные удалятся. Что там? Итак, нас интересует здесь, значит, сервера, которыми пользуюсь я, это вот те же самые 2012 на Винде, да, здесь заполняете, в принципе, имя, описание и так далее. Вот, выбирайте по минимуму все, если вы занимаетесь автосерфингом, соответственно, если вы регистрируете для каких-то своих целей, да, и не являетесь там подписчиком моего канала, то можете выбирать так, как вам необходимо. У вас есть 4000 рублей и 60 дней, все. Можно создавать несколько виртуальных машин. Вот, для своих подписчиков я выбирал все вот таким образом, и здесь есть такая вкладочка, называется «Гарантированная доля». Обратите внимание, что сейчас, допустим, вот с такими характеристиками сервер стоит 1500 рублей. Если я поставлю 100%, то есть чтобы мои два ядра там работали на 100%, то есть я имел долю 100%, то есть полностью мои ядра, тогда получается 3350, вот. Но дело в том, что я поставил 5%, протестировал на одном сервере, и меня это устроило. Он не работает на 5% на самом деле, и не бывает такого, чтобы он работал там, и мне что-то там не хватало. Все, я ставил 5% для всех моих нужд, вполне адекватно, причем даже работает то самое программное обеспечение от Etihits, о котором я говорил в прошлом выпуске по серверам от Google, с которыми там у меня возникло проблем, и еще куча подобных ему, и никаких проблем с Яндексом нету, все, ничего мне на почту не шлют, никаких претензий не имеют, ну, в принципе, работаем. Дальше, дополнительно прерываемое или нет, можете поставить галочку, цена станет еще дешевле, но суть в том, что за 24 часа ваша виртуальная машина может быть прервана, остановлена и так далее. То есть, ну, я не стал. Потому что все-таки я хочу, чтобы у меня автосерфинг происходил 24 часа в сутки. Дальше в сетевых настройках ничего не трогал, не менял. В принципе, дополнительно можете поставить защиту от DDoS-атак, можете выключить ее, она на цену не влияет. Ты, собственно говоря, нам она не нужна особо. После этого здесь придумываете ваш пароль.
пароль указываете от админки, к которой вы будете подключаться через, ну, в дальнейшем через RDP. Дальше ваша созданная машина после вкладки «Создать виртуальную машину» появится в разделе вот здесь вот «Виртуальная машина». Они у вас будут две запущены. Здесь нельзя так легко скачать файлик, вот этот самый, да, как мы скачивали с Amazon, из Google. Ну, создайте его сами элементарно. Заходите там в поиск, да, и пишите здесь на русском языке, например, «рабочий стол». Вот. И у вас есть подключение к удаленному рабочему столу. Нажимаете, сюда указываете айпишник, который вы получили. Например, хотите узнать, вот у вас машина. Так, нажимаете на нее, просто щелкаете, и у вас здесь будет IP-адрес. Вот он публичный, вот он внутренний. Выбираете публичный, нам нужен публичный. Указываете его здесь вот так. И после того указываете, после чего указываете ваш пароль, который вы придумали к этой машине. И у вас происходит подключение, и в принципе все то же самое, что и везде. Вот таким вот образом можно создать несколько серверов, которые будут опять же таки работать 24 часа в сутки, приносить пассивный доход в автосерфинге или чем вы там занимаетесь еще. Вот, и есть еще способы, тоже о них потом попозже я когда-нибудь сниму видеоролики, но пока достаточно вот этих трех серверов. Вот, можно регистрировать дополнительные, создавать аккаунты, то есть можно делать несколько Amazon серверов, несколько Google, несколько Яндекса, все это масштабируется, расширяется, вопрос только на кого, как и так далее. То есть, например, у меня есть я могу зарегистрировать то же самое все на жену, не знаю, на отца, мать, друзей и так далее, кто на это подпишется, конечно, и таким образом можно все это дело масштабировать и запускать большее количество программ и так далее. Вот, но пока что мне достаточно вот этих вот, будет время, потом еще посмотрю, что дальше я буду делать, пока достаточно этого. С этих тоже нормально трафика идет, вопрос потом в дальнейшем будет, куда его сливать, то есть мы не будем останавливаться на том, что там получать какие-то копейки на продаже этих кредитов, нас интересуют куда более интересные темы, вот, но об этом, обо всем тоже в следующих выпусках, поэтому подписывайтесь на мой канал, с вами на связи был канал PacMoney, увидимся в следующем выпуске, всем пока-пока.